Итак, здорово, мать вашу. Сегодня опять на сам. Вот. Ну, тут есть ради чего. Today we marched on from Fort Strother after sunrise to a creek village where our troops fought. Что-то я не понял, не едет, сука. Топливо, что ли, кончилось, блядь. Вот, запилили новый сервер в Anamasa. РП, Role Playing Gaming. Что, блядь? А, два нажмите, прикиньте, тут какой хуйня, бля, два надо нажать. Вот, Role Playing сервер, так сказали, мне на 500 рыл. Сейчас пока аж 14 человек, мало. Ну его сегодня буквально запилили. Запилил вроде другой чувак, который, я надеюсь, разбирается больше. Сказал, тут много чего настроено, античит и так далее. Вот, ну это мы все посмотрим. Сейчас вот я буквально только сейчас зашел. Так что смотрим прям фактически с самого начала. Денег дают сразу 3 миллиона. Сказали, только на дом этого хватит. Мне казалось, это очень много, но сказали, только на дом хватит. Вот. И на машину что-то такое. Сразу даются права вроде, хотя машин я не видел. Я видел только машины, которые нельзя сесть, потому что нужно принадлежать группировке. А в основном от мотороллера есть. Вот. Что еще сказать, хуй знает. Поиграем, посмотрим, чё как. Мне это в любом случае будет проще, потому что если чё, мне все, я думаю, дадут, и дом, и так далее. Но просто ради интереса посмотреть, что это из себя представляет. 500 человек, это же очень серьезно. Плюс ролплейлинг, поэтому, по идее, должно быть более интересно. Ну, конечно, все равно для любителей больше GTA, San Andreas, потому что... Соответственно, для тех, у кого слабые компы. Потому что... Потому что, конечно, если у вас есть крутой комп, то, в принципе, я бы не сказал, что так уж этот самп нужен. Но тут будет туса, я думаю, возможно. Видите, уже 18 человек. Но это я сейчас просто написал, заходите. Вот, туса, может быть, будет. И посмотрим. Все зависит, все фактически зависит от сервака, от его возможностей. Потому что, насколько интересно, да, как бы, потому что просто на ДМ, как показала практика, конечно, нехуй делать. А тут как бы может быть интереснее будет, когда у тебя там дом и так далее. Тачка, тачка не просто так, потому что просто так. Ну сейчас это разберемся. Просто так, тачка не просто так. Вот. Плюс, возможно, можно будет тюнинговать тачку, и она у тебя будет появляться в гараже. Сегодня я, наверное, все не разберусь, потому что я сейчас просто видео запишу. Вот, но со временем, ну и быстро достаточно, я думаю, я разберусь. Блять, куда вот идти нахуй? И все будет заебись, мне кажется. Пока что так. В любом случае, формировать комьюнити, назовем это так, по всяким этим играм, мне кажется, это не лишнее. Потому что, ну, к примеру, выйдет завтра какая-то крутая игра, да, а мы сразу, у нас комьюнити, так сказать, уже есть, и мы сразу туда ебашим. То есть, вот, мне так кажется. Блять, непонятно. Где-то я уже тут верчусь. Отправляйтесь, Настя, вы уже устроились, ты не прораб. Вы еще не устроились. Отправляйтесь носить мешки, сука, а где мешки-то? Иконка тут как бы, блять, как все нахуй. Да, мамку ебал.
Бегай тут нахуй. Вот это ролплейлинг, блять, сука, блять. Тут, блять, хуй подойдешь, нахуй. Хуй пойми. Людей практически один около меня был. Но сейчас что-то не видно, нахуй. Ну тут видите, как они на карте не отображаются. То есть вот карта. На ДМ они все отображались, а тут они не отображаются. Поэтому сейчас все люди зашли, они не знают, где Ваномас, уже 21 человек. Вот мне отправили смс, но они, видите, они в чат даже не пишут. Возможно, чат не видно. Вот я вот чат написал. Возможно, на всю карту это и не видно даже. Хуй знает. Да. Ну вот, какой-то хрен. Так. GPS надо набрать. Фермы. По работе выбрать. Работы грузчика выбрать. Просто место помечает. О, еще один хрен, 22 человека. Конечно, немного, но я не предупреждал, в принципе, если предупреждать за несколько часов, еще лучше будет, я думаю. Я, блядь, не понял. Красной точкой, то красный. Все, уже она пропала. Я отработал, что ли? А, может, сюда надо зайти. Хуй. О, можно сюда зайти. Тут, похоже, тоже хуй. Что делать-то, блядь? Мешки, бля, где эти ёбаные мешки? Пиздец. Вот так вот, блядь. Почешу-ка я яйца. Ой, хорошо. 25 человек. Все прибежали тоже на грузчика, потому что это первое, когда ты заходишь, там говорят, иди на грузчик. Да. Я это все ненавижу, сука. Что это РП, это прихерачили, блять. О, видали? Откуда-то берет, блять. О-о! Ну-ка. Как это взять? Сука, пиздец. Блять. ТТРП, нахуй. Это вам не Skyrim, ёб ты, бля. Сука, скоро выйдет Skyrim онлайн или Morrowind онлайн, как там. Посмотрим, что за хуйня. Если там будет много народу, если она будет популярной, то все будет в тему, потому что так получилось, что WoW уже, когда я играл, не был популярным. Танки, всякая дота, там нельзя много людей. Ну и так далее. А вот если это будет популярно, она будет новой, много народу, то там можно будет замутить, блять, будь здоров, нахуй. Вы уже устроились, сука ебаная. Внимание, начало гонок через 5 минут, регистрация уезда. Ой, блять, мамку ебал. Последний раз туда бегу.
Похуй, потом по городу пробегусь, посмотрю, тачки действительно ли их нет, или все-таки где-то есть. Ну, как я сказал, я видел, но там для банды, там написано, вы в банде должны быть. Тебе знать, тачки здесь бесплатно или все-таки они все платно. На самом деле это круто, если платно, потому что и если крутые тачки дорого стоят, тогда, чтобы крутую, надо заработать, блять. А еще если тюнинг дорого, то надо тюнинг захуячить. Конечно, графон говно полное, блять. Лучше было бы, чтобы крутой графон был, но, блять, хотя бы так для начала. Сука! Чё творит мудак ебаный? Да съебись ты, блядь. Ой, ну что за хуйлан, а? Как, блядь, как быть-то нахуй? Как слезть-то, блядь, а? Ой, мамку ебал. Бери ты этот ебаный мешок. Сука, надо опции писать, может здесь есть что-то. Передвижение, разговоры, вперед, назад, вход, выход, прыгать, бег, действие, тап. Может действие? Ну-ка. Нет, тап сейчас карта, блядь, на тап. Как ебаные мешки взять? С текстурами, блять, 1901 года. Блю. Хз, у меня сами брались. Заебись, блять. Ну правильно, у меня эта хуйня погасла. Да в пизду я ебал еще это все говно. Ой, блять, 33 уже чела. Заебись. Кажется, не видно, но говорю, потому что они не видят, где я. Ну-ка. Тут GPS как-то можно купить. И когда ты покупаешь GPS, скорее всего, ты будешь виден. Потому что я на один сервак заходил, там была такая тема, там было написано, что-то купить GPS или что-то такое. Короче, после этого ты, возможно, сможешь видеть. Или телепортиться, блядь. Ну, это неплохо, 33 чела-то, блядь. Ну, конечно, немного, ёпта. Хотя бы сотку. Сотку потом собраться. Так. Чё-то все уже мой мотороллер уже, блядь, приказал долго жить. И хули теперь делать? Тут, наверное, как-то можно такси вызвать. Я чё-то такое читал. Блядь, тебя чё, пешком ебашить, что ли? Ебать, освещение, сука, светофор, три полигона, нахуй, смотрите, тут как все. Пиздец. 2005 год. Как прекрасно, что меня никто не видит. Ну, блядь, сейчас приехали бы и сразу на тачку забрались. Сука, так бесило. Так. В этом есть свои плюсы, нахуй. Геймплей-то, блядь, на высоте, ёб ты, бля. Мотороллеров тут нету. Блядь, твою мать. Заебись, нахуй. Как раз то, чего мне не хватало, ёб ты, бля. Бля, ну текстурки, нахуй. 73-й год. Видите, мне один отвечает, а другие не отвечают, потому что, скорее всего, по районам, то есть только в рамках района видно чат, а в другом районе уже не видно. Я думаю так, ёпты, бля. Да, пиздец.
Где сейчас посмотрим транспорт? Он был вот в начале, я начал, там были рядом. Сейчас они даже никак не обозначены на карте. Обычно они серым обозначены. Сейчас мне авто дадут, смотрите. Сейчас эти с кармана вытащит авто. Смотрите. Внимательно смотрите. Ща накастует автомобиль, как в этом World of Warcraft. F3 для меня жмешь. И он кастует мотоцикл. О, блять, я только отвернулся нахуй. Сука, а? Только отвернулся нахуй. И, блядь, даже не увидел, как он закастовал. Да суки, мамка ебала. Фермы, базы, автосалон. Выбрать карта. А, вот тут вот он, да? Заебись, блядь. Так, а если... Командной строкой, блядь, надо нахуй набирать. А вы как думали, блядь? Так, тут, ну понятно, и, значит, последний он уже тут будет. Сейчас ездим в автосалон, посмотрим, что там цены, как там. Как чё, бля, чё почём, бля. Так, чисто поинтересоваться, понятно. Чё, поехали. Ебать, он такую уже купил. Или это можно за 3 миллиона так купить. Или он, блядь, уже заработал нахуй свой первый триллион. Так что видно, что тачка серьезная, блядь. Да, если бы был настоящий такой сервер. В принципе, я о такой мечтал в игре RPG с тачками. Оказывается, это есть на базе San Andreas, но, конечно, понятно, что по деталям это убого очень сильно. А я-то мечтал, конечно, что графон был пиздатый. Все. Убого все на самом деле, конечно. Очень убого, я скажу. Вот, видите, тут такси. Видите, сколько такси это? В такой игре в обычной нет такого. Это их поставили программным образом, блядь. Да, в 2005 году это было, блядь, поинтереснее нахуй, чем сейчас. Сейчас, конечно, не катит. Вот еще машина. Где-то тут. Парковочка, стояночка. Внизу, видать. Дом какой-то. Да, текстурки, конечно, блять, простенькие нахуй. Как в 91-м нахуй. На, сука, блять. Заебись. Ну ладно, сейчас еще закастую, заодно посмотрю, как он кастует. Да, похоже, не посмотрю. А, о, человек едет. Вон человек. Был человек и нет человека. Вон он. Сейчас кастует. Смотрим. Просто, наверное, появится. На, бля, вот так вот. Или это админ. Хуй знает, откуда он так легко кастует. Тем более разные тачки. Спасибо. Спасибо. Все свободны. Всем спасибо, все свободны. Ладно. Ебать, она какие-то не лучшие. Пиздец, детализация салона. Помните, я специально делал. А, ну я уже и в том видео говорил про то, как
в этой Assetto Corsa, блять, детализация салона, помните, как там видно все? Смотрите здесь, как пиздец, и руль, блять, текстуркой сделан. Смотрите, руль какой, блять, текстуркой нахуй, пиздец. Вон, видите, что с жопой, что за хуйня? О, еще машинки или для полиции. Ну-ка. Вы не агент ФБА. ФБИ. Так, а это что? Блять, как меня бесит, как она жопы шевелит. Владелец, уже какой-то владелец, блять. Сука, уже все ну, покупали, блять. Скупили нахуй. Только днем сделали, уже все скуплено, пиздец. Так, он там катера походу, хотя опять нам тут лицензию надо, блядь. Тут опять домов дохуя, ну-ка проверим. Так, войти. Видите, байхаус. Цена 5 миллионов, походу. Вот так-то, блядь, 5 миллионов за кусок говна какого-то. Нахуй такие цены, я не понимаю. Цены бы ближе к реальности бы сделали. 5 миллионов, блядь. Такая халупа, блядь, 100 тысяч максимум стоит. Вот он. Вот он, салон моей мечты. Со всех сторон осмотрю, это я люблю со всех сторон осматривать. БМБ. У меня какая-то. Цена аренды 1500. Почему аренды, а не покупки? 1500, ну считаю, что у меня 3 миллиона хватит. Блять, какие эти, я ебал. Какие внутренности, это пиздец. Ну и в GTA 4 получше, но не намного. Только школьникам такое говно может нравиться. Пиздец, когда я заезжал, другие автомобили были. Были BMW, а еще какие-то. Хуйня, другая Audi, наверное. Чё-то только цена аренды, ёпты, бля, чё за хуйня? Нахуй мне цена аренды. Может, я хочу в личное пользование купить. Сука, с рулем в виде текстурки. Ладно, короче, давайте на этом я сейчас закончу смотр сервера. Сейчас 36 человек тут. Понятно, что нужно... Нихуя себе беспредельщик. Пиздец, попутал вообще. Съебина. Короче, надо понять, конечно, что тут делать. Гемару не знаю. Пишите в комментах, где тачки покупать. Можно ли их чинить, что с домами. Перспективы какие-нибудь пишите. Сначала 35 человек на сервере, в принципе, это немало. Человек бы 80, еще лучше будет, а еще лучше, конечно, блядь, 2 сотни. 2 сотни вообще будет. Ну и потом уже к 500 подойдем. А потом на 1000 сервак еще мне сказали, написали, что искать русская версия, как там забыл называется, GTA русская версия, криминал. Как это, блять? И там вообще 4000 человек может быть. То есть вообще пиздец. 4000, я ебал.
Вот, мазафака. Тут написано, чтобы завести двигатель, нажмите 2, а я так поехал без двигателя. Странно, он едет, а он на карте не отображается рядом со мной. Напишите, как сделать, чтобы других было видно. Чё, GPS какой-то купить или чё? Конечно, через командную строку это пиздец, блять. Конечно, сука, как нахуй текстовые RPG были в 89 году. Да, текстурок еще даже не было. Конечно, пиздец. Да, полигонов мало-мало. Прикиньте, 90 в час еду. Так быстро, кажется, всего 90 в час. Хотя, может, так оно и есть. Что в реальности, если ты едешь по более прямой дороге, и там как-то другому, а тут какой-то хуйни. Мне просто кажется, что это предельная скорость. Как-то примерно такая скорость была предельная. Сейчас вот 80 в час. Но это, видимо, не в час, это, видимо, в миль, потому что, блядь, несется так. Не знаю, это или 80. Но она не разгоняется просто больше. Она едет 80 и все. Что, так говнясь, что ли? Блядь, деревья, это, конечно, пиздец. Плачу горькими слезами, нахуй. Вам не деревья. Вас это курсы, блять, где, как я и говорил, там все, вот видите, здесь тоже крест на крест, правда, крестов побольше, по крайней мере, там меньше, там одной штучкой, но зато там какая четкая, а тут какое мыльцо. Хотя в 2005 году даже столько деревьев, вот видите, их тут много, сосен, и то оказалось круто, блять, дохуя нахуярили, нахуя, дохуя нахуярили, ну-ка быстро расхуяривайте. Так, вот тут надо направо повернуть. Ну, это все по-нормальному. Я помню, как я в Вай-Сити любил бизнес свои деньги собирать. Но это в сингле. Я просто по кругам ездил, собирал. Деньги, понятно, они ни для чего нужны, считать, не были. Но мне просто хотелось, ну, чисто для статистики, как бы, просто набрать много денег. Хотя там все понятно, что... Там твой доход максимальный, когда ты себе бизнес купил, вот ты можешь посчитать, они обновляются там раз в сколько минут. То есть ты заранее можешь посчитать, сколько у тебя там, если, к примеру, день будешь играть, сколько у тебя будет денег. Никак нельзя не увеличить, ничего не вкладывать, ничего. Именно поэтому мне потом понравилось X. Так, реюнион, блять, потому что там бизнес у тебя был бесконечный, блять. Сколько угодно увеличивались, миллиарды и так далее. Это было пизда. Зарегистрировал новый рекорд сервера 38 человек. Все попрятались. Her chest has gone south. How can you have that trollop on your arm for a second longer? The answer is you can't. Ignore your children. Take yourself seriously. Visit the Midlife Crisis Center today. Да, на дорогах пусто вообще. В принципе, это круто, конечно. То есть здесь, если будут, здесь будут похожи на дорогу, только реальные ботов не будут, не будет, будут только реальные люди. Но это надо, чтобы много людей было, потому что иначе пусто, даже 200 человек это будет мало, мне кажется. 500 человек, наверное, неплохо. Конечно, нет вообще никакой тяги, чтобы идти там где-то сейчас здесь работать. Потому что непонятно зачем, непонятно, где еще машины покупать. Ну вот, к примеру, мы возьмем, да, автосалон. Еще один, к примеру, местный. Автомастерские, автосалоны. Б-класс. Вот он тут. Назад надо ехать. Направо, назад. Там опять, что ли, будет? Только аренда, блять.
Ебать, такие подъемы вообще нереальные. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско, made in USA. Сан-Бамбино. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско. Помню, тут миссия какая-то была ебанутая. Пиданутая, блядь, ебанутая. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско, made in USA. Стрелочку я увидел. Но я люблю все исследовать, блядь. Обращайте внимание на детали, нахуй. Ага, со шрифтами заебись. Купить. Я думаю, это купить было написано. Купить Байкар. Байкар. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Байкар. У вас нет дома, квартиры. Дом сначала надо купить. Ладно, давайте все. И так уже длинное видео получилось. О, вон машины. Вот в прокат, наверное. Самое первое — это бабки положить на банк. Ну, положим. В следующем видео разберемся. Пока что это видео завершим. Сейчас в доту надо поиграть. Что-то я последние дни не очень много в доту играю. Вчера, блядь, думал, много поиграю. Но, сука, блядь, обновление вышло. Оно как все, сеть провалилась, нахуй. Я думаю, прилягу, блядь, ну и засну в пизду. Вместо того, чтобы ебашить, блядь. Как негр, нахуй. Сосну. Ладно, смотр понятен, то есть давайте, в общем, осваивайтесь, смотрите, чё к чему, блять. Минусы, плюсы в группе там пишите. Есть какие проблемы или еще что. Хуй знает. Для меня сейчас главное, чтобы народу было побольше, сейчас пока что мало. Те знать, она так и сохранится, машина или нет. И если другой человек придет, будет там моя машина или его машина. Ух ты, глянь какая. Глянь какая. Прикольно, его выкинуть нельзя, прикиньте. Ну, по крайней мере, сразу не выкинул, я два раза Ф нажал. Как вылезти, блядь, ЖФ не жмется. Ладно, чуваки, давайте до скорого, блядь. Пишите комменты, блядь. Пишите, чё к чему, нахуй, блядь. Пока.